Всем привет, меня зовут Маша Милаш, а это мои полезные советы. Моя мужская аудитория просила меня сделать полезные советы для мальчиков, и поэтому я здесь. Но для начала мне стоит познакомить вас со своей подругой Кристиной, которая не раз вступала в связи с мужчинами разных лет и может дать более отдельные советы, чем я. Всем привет, меня зовут Вепи Кристина, горячая лавина, и я бьюти-блогер. Ну, правда, у меня пока что еще нет канала, но у Ди Каприо пока что еще нет Оскара. А это мои топ-советы для мужчин. Дарите девушкам цветы. Чем больше цветов, тем больше вы ее любите. Погоди, ну количество, это же не важно. Цветы – это внимание. Внимание – это attention, а цветы – это flowers. Attention не flowers. Если вы хотите себе красивую девушку, то у вас должна быть красивая машина. А если вы хотите себе девушку с большой грудью, то у вас должна быть большая машина. То есть у моего парня должен... То есть у твоего парня должен быть Далматис. В самой первой встрече вы должны вызывать желание у девушки. И поэтому для одежды прекрасно подойдут удобные штаны, стесняющие движения, рубашка с сексуальным вырезом, носки противоположного тона с обувью. Мне кажется, что это давно уже не модно. Мила моя, когда кажется, знаешь, что делают? Нет. Пидра ответ. Будь романтичным. Ты Кристина VIP, губы у тебя свои, дай потрогать твои груди. Так романтично, прекрасно. Если она расстроилась, то подари ей бриллианты. Лучшие друзья девушек – это бриллианты. Ты друзья. Девушки любят, когда их чувство юмора ценят. Ставь лайки на ее статус. Ставь папки в ее кактусы. Это были мои наши полезные советы для мальчиков. Подписывайтесь на мой канал. На наш канал. Ставьте лайк.